Уважаемые жители Северского района, дорогие друзья, с 15 октября началась всероссийская перепись населения, в том числе и в нашем районе. Результаты переписи будут использованы в социально-экономическом развитии нашей страны, в планировании этой работы. Я думаю, нам всем надо принять активное участие в переписи населения. Результаты опросов обезличены, там не видно, кто опрашивал, кого опрашивали. Дорогие друзья, давайте останемся небезразличными и примем активное участие в переписи населения.